Тула и Краснодар пополнят свой парк подержанными трамваями из Таганрога. Таганрог вошел в концессию с группой Синара, создав ООО «Синара ГТР Таганрог». В результате в Таганроге полностью обновляется трамвайная система, путевое хозяйство, подстанции, депо и подвижной состав. Из прежнего подвижного состава Таганрог оставляет лишь несколько служебных вагонов и трамвай МТТЕ, то есть модернизированные Татры Т3, поступившие из Москвы. Все остальные вагоны будут списаны, но имеются среди них и относительно новые трамваи. Ранее было известно, что трамвайные вагоны серии 71-619А, поступившие из Москвы и оставшиеся не в удел в Таганроге, забирают город Тула. Но в Таганроге имеются три вагона модели 71-407, выпуска ноября 2013 года, и пять трамваев модели 71-623-02, выпуска 2012 года. Вагоны относительно свежие, еще не выработавшие свой срок, а значит, могут послужить в других городах на линии или хотя бы источники запасных частей, в зависимости от их технического состояния. Стало известно, что все вагоны модели 71-623-02 отправятся на новое место службы в Краснодар. Это удивительно, ведь город регулярно обновляет трамвайный транспорт новой техникой. По информации группы ВКонтакте, Таганрогский гортранспорт. Вагоны модели 71-407 забирает Тула. Если данная информация верна, то это вполне логично. В Туле эксплуатируется 14 трамваев данной модели, причем с 2013 года. В городе освоен их ремонт и обслуживание.